22 сентября на торжественном заседании Совета Черноморского городского поселения состоялась инаугурация главы поселения Натальи Мовчан. В мероприятии приняли участие руководители учреждений, организаций, депутатский корпус, представители общественных организаций, жители и актив поселения. Исполняющий обязанности председателя территориальной избирательной комиссии Северская Григорий Сокол рассказал об итогах выборов. В списке избирателей включено 8329 избирателей. В выборах приняли участие 31% от включенных. Число избирательных комиссий по поселению 7. Из них прислали итоги все 7, то есть 100%. Число нижестоящих участковых комиссий 7. Абсолютное значение получили кандидаты Мовчан Наталья Викторовна 1273, либо 52,95% голосов. Разрешите мне от имени территориальной избирательной комиссии поздравить Наталью Викторовну с избранием главой Черноморского городского поселения и вручить ей данное удостоверение. Наталья Мовчан приняла присягу на Конституции Российской Федерации и уставе городского поселения и поклялась честно и добросовестно исполнять свои обязанности и защищать интересы жителей. С поздравлениями и напутственными словами обратился глава Северского района Адам Джарим. Очень трудная работа – работать с людьми, но она очень ответственная. И когда ты чувствуешь, что что-то получается, и самому приятно, и приятно тем людям, с которыми ты работаешь. Желаю вам, Наталья Викторовна, успехов, удачи, а нам всем, чтобы жили в мире, любили друг друга, ценили друг друга и уважали друг друга. Глава Черноморского городского поселения еще раз поблагодарила всех за оказанное доверие и поддержку. У меня есть знания, есть желание работать на благо поселения и его жителей. Я твердо обещаю, что в своей работе сделаю все возможное для того, чтобы поселение стало процветающим. Вместе мы сможем сделать многое. Работа впереди предстоит большая. Прежде всего, это инфраструктура поселения, строительство жилья, дороги, вода и все остальное. Это все надо делать во имя главной цели. Люди должны чувствовать реальное улучшение качества жизни поселения. Я твердо убеждена, что такой результат возможен. После инаугурации каждый присутствующий смог лично поздравить Наталью Мовчан с избранием на должность главы поселения.